Инстаграм – искусство 21 века. Сейчас уже любой пользователь социальных сетей знаком с этим явлением. Фотографии еды, котов, природы, сделанные руками не профессионалов, а обычных людей, на обычные мобильные телефоны давно гуляют по интернету. Но что такое Инстаграм в масштабах нашего города? В Иванове открылась уже вторая выставка таких работ. На этот раз в зале экспозиции самые популярные фотографии этого года, которые зрители выбрали из общего потока, а организаторы разбили по месяцам. Получились фактически дневниковые иллюстрации жизни города за последний год. Мы просто отобрали фотографии, которые получили наибольшее количество лайков. Лайки – это то есть те отметки, которые поставили пользователи, что им эта фотография понравилась. Таким образом, эти фотографии отбирали не мы, отбирал сам народ, и мы считаем, что более объективно стал в общем-то, отбор фотографий проводиться. Тематика все та же самая. Наш город во всех его проявлениях, наводнения, которые происходят в городе, там, не знаю, красивые места, архитектура, кошки, голуби, то есть вот все, что есть, оно отбирается. По каким принципам фотографии становятся лучше, я не знаю, то есть в связи с тем, что это делаю не я. Вот просто людям эта фотография понравилась. Популярность к мастерам смартфона приходит быстро и исчисляется количеством лайков. На вопрос, как же заслужить народную любовь, в век, когда удивить публику крайне сложно, один из лидеров ивановского Инстаграма отвечает скромно. Ничего сложного в этом нет, нужно, грубо говоря, ходить по городу и там, снимать телефоном или фотоаппаратом какие-то места, которые тебе нравятся, и ты считаешь возможным их показать всем остальным там, жителям города и просто всем, кто заходит на эти сайты в Инстаграме, на 37.ru. Ну и каким-то образом показать то, что на самом деле в нашем городе ну, есть эти места, есть хорошие какие-то уголки, есть хорошие пейзажи, есть возможность увидеть эту какую-то красоту. В нашем городе, на самом деле, этого с избытком, нужно просто уметь это показать, вот и все. Но главная задача, которая стоит перед блогером, показать обыденные вещи необычно. Парки, люди, капризы природы. Инстаграм помогает увидеть все это другим людям глазами автора кадров. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.